Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас 27 августа, Черноземье, моя дача недалеко от Воронежа. И почва у меня песчаная. И немножечко истории. В прошлом году у меня вот в этом месте, где капуста, была картошка. И весной, когда я на это место сделала траншею и посадила рассаду, у меня стала выходить прошлогодняя картошка, и росточки повышли. Вижу, росточки хорошие. И я выделила кусочек, у меня был свободный. И вот я эти росточки посадила вот на это место. Я ролик делала, показывала. И вот смотрите, теперь я ее выкопала, и вот он мой урожай. Кустиков было примерно, 13, наверное. И вот посмотрите, какая картошка получилась. Ну, вы поняли, когда всходит прошлогодняя картошка с росточком, люди ее выкидывают, а я ее не выкинула, а вот взяла и посадила. И вот посмотрите, все-таки что-то есть. А один куст, вы не представляете, посмотрите. Вот посмотрите, чтобы вы, что я не подсовывала ничего. Вот видите, вот она на палочке. Вот прям выкопала. И тут 11 картошек получилось. Вот она тоже. Видите, вот она на палочке. Вот она ботва. Вот 11 картошек. Вот такой куст. Вот эти росточки. Вот, пожалуйста. Ну, это что? Все равно красота. Вот видите, вот. Лежат, вот. Ну, в какой лунке одна была картошка? Ну, в какой? Вот в одной, вот розовая, вот там вообще мелочевка. А вот одна только вот была, вот она, красненькая, крупная. Это вот белый куст получился. Вот это вот розовенькая какая-то. Вот тоже розовенькая там пошла. Ну, в общем, все равно что-то есть. А теперь мы к капусте перейдем. Значит, капуста у меня, конечно, загущенная. Но я хочу сказать не об этом. Я хочу сказать, что в этом году я без химии обошлась, мои дорогие, без химии. Значит, когда я стала рассаживать рассаду, у меня места было мало. И вот получилось загущение. Часть я, конечно, выкинула вон там, которая вдоль забора была. Там три капусты убрала. Я думаю, она не завяжется. Ну, пусть она даже густоватая, но все равно, вы посмотрите. Ну, этот еще завяжется. Он уже, видите, уже закрутился. Закручивается. Вот этот твердый. В этот уже твердый. Вот мягенький, но он крупный, но он будет из него толк. Вот тут тоже. Значит, почему я без химии в этом году обошлась? Я даже сама не знаю. Когда у меня появились вот эти вот дырочки, я думаю, ну что это есть? Слизень? Или это бложка? Или это белокрылка? Ну, в общем, я положила крышечку вот туда вовнутрь, где она у меня тут есть. Вот она, крышечку положила. Вот, смотрела. Так, просматривала. Так. Значит, не слизни, значит, белокрылка. И она летала. Ну и я, значит, стала вначале. Значит, я осыпала табачной пылью. Потом, значит, я зонтики зеленые, когда были от укропа, я их ставила на макушечку. Потом, значит, ботву отрывала и пасынки от томатов. То есть, вы поняли. Значит, пахучие, все пахучие. Рядом у меня вот здесь, у яблони, бархатцы тоже сюда бросала, отрывала. Вот они, вот они, вы видите, сухие тут. На каждом кочане лежит, что-то лежит. Вот, видите, все, что это лежит. Вот. И вот так я спасла. И вы видите, чистенький. Вот чистенькие, прям все чистенькие. Вот это на дырочках, видите, были первые. И я спасла, и я ничего не использовала. Ни молнии, ни искры, ничего. Вот
Вот видите, вот только последний прям она жрала, вот до последнего прям жрала. И вот сейчас, вы видите, вот листик пошел, ну, зола еще, конечно, я еще золу прям сыпала, и потом промывала ее, и она туда, как удобрение, осыпалась у меня в землю. Зола теперь у меня пойдет до самой осени. Я буду сыпать. И вот, посмотрите, вилочек-то хороший. Она грызла вот до последнего, видите? Вот до последнего грызла. А вот сейчас, посмотрите, молоденькая, все, пошла. Не буду разрывать, тверденький, хороший вилочек. Все, вот так вот. Капуста у меня экологически чистая в этом году, просто. А что, густота, вы видите? Ну, густо, конечно. Но все равно завязываются. Она у меня поздний сорт. Это у меня подарок. Сорт. Ну, так вот. Она и не грубая. И в то же время она. Но завязывается поздно. А так уже хороший есть качанник. Вот твердый. Вот он твердый. Видите, какой. А вот листьев много было. Вы видите, много листьев вначале было. Но я ее все-таки спасла. Ну, мои дорогие, заходите на мой канал. Смотрите меня, подписывайтесь, не забывайте меня. Я всех вас очень люблю, дорожу вами и всего вам доброго.